Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Акимат Лайф». В студии Сая Мендике. Және әріптесім Диас Махамбетов. Армысыздар, құрметті көрермендер. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Бостандық ауданының әкімі Алтай Рахымбетов. Студияға қош келдіңіз. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, напомним, у нас в гостях сегодня аким Бостандыкского района города Алматы Алтай Рахимбетов. Тема нашего эфира – социально-экономическое развитие района. Ваши вопросы и гостю нашей программы вы можете задать в прямом эфире, дозвонившись по номеру 275-0102 или отправив смс-сообщение на наш WhatsApp 837-046-3333. Напомним, мы работаем в прямом эфире также в социальных сетях YouTube и Facebook. Вы там также можете оставлять свои комментарии. Контакты вы видите у себя на экране. Алтай Ергазинович, здравствуйте, добро пожаловать еще раз в нашу студию. И наш разговор, пожалуй, хотелось бы начать с такой замечательной народной программы, как «Бюджет участия». Вот. Расскажите, пожалуйста, сколько проектов на сегодняшний день реализуется в районе и что это за инициативы? Спасибо за вопрос. Ну, действительно, и эту программу можно назвать народной, где сам народ определяет, какие виды благоустроительных работ проводить в конкретном районе. Для примера хочу сказать, если эта программа стартовала в прошлом году, но тогда наши жители еще не знали суть этой программы, несмотря на проводимые разъяснения. И могу сказать такое, что в прошлом году у нас было подано заявок и реализованы проекты на 100 миллионов тенге. В этом году, когда наши жители поняли суть этой проблемы, я могу сказать, что у нас поступило свыше 136 заявок на сумму 4,6 миллиардов тенге. Комиссия, в состав которой входили и представители общественности, и блогеры, отобрали 25 проектов на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. И эти проекты были допущены к голосованию. В голосовании принимали участие только жители нашего района. Значит, по итогам голосования у нас было одобрено 25 проектов на сумму 772 миллиона тенге. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, и по их окончании работы до 1 сентября все полностью будут завершены. Жители, значит, предложили к реализации следующие виды работ. Это вот на нашей территории, на улице Вахтангова, находится дом школьников. К сожалению, его территория не благоустроена. Вот как раз они предложили благоустроить эту территорию, чтобы наши ребята при посещении данного учреждения могли до или после занятий провести свой досуг. Это значит, как всегда, обустройство дворовых территорий, потому что человеку хочется, выйдя из дома, чтобы в шаговой доступности был объект, где они полноценно смогут провести свой отдых. Это порядка 15 таких территорий у нас есть. Это благоустройство речки Большой Алматинки и текущий ремонт набережной данной речки. Ну и вот выдвинули молодые ребята этот проект, и за него отдали голоса много жителей. Это в микрорайоне Алмагуль, значит, строительство скейт-дрома и спортивные площадки для того, чтобы молодежь могла проводить свой досуг в спортивном плане. Вот такие вот проекты в этом году у нас будут реализованы. Замечательно. К нам дозвонился наш первый телезритель. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Я Шарманова Гульзада Тагандековна. У нас в районе Бостандык активными темпами ведется застройка территории жилыми комплексами. А как продвигается работа по сносу ветхого жилья? У меня вот такой вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, что касается ветхого жилья, в нашем районе проведена, значит, инвентаризация, и у нас определены 277 домов. Это дома до 1960 года постройки. Ну, нетрудно посчитать их возраст, и, естественно, в этих домах уже требуется проведение или капитального ремонта, и инженерные сети находятся уже в ненадлежащем состоянии. Поэтому вот определены 8 участков,
где эти дома расположены группами, и эта программа будет реализовываться. Ну, вы знаете, что вот в СМИ недавно бурно обсуждалось, как раз квадрат, где рядом, где находится ваша телестудия, это квадрат улиц Габдуллина, Тимирязева, Манаса и Ауэзова. Там, значит, совместно с СПК был определен застройщик, но люди выразили недовольство, что будут сноситься дома, старые дома и воздвигаться новые. Там предлагалось строительство 12-16 этажных домов. Поэтому, значит, сейчас внесены изменения в эту программу. Буквально сегодня СПК Алматы презентовал эти изменения. Чего касаются эти изменения? В первую очередь, это для застройщика вначале государственными органами будут определены условия. То есть, вот если взять конкретный квартал, который я указал, значит, там будут ему выставлены условия, допустим, на этом месте, условно говоря, сносится 12 двухэтажных домов, где количество квартир составляет 225. А взамен них будет построено, допустим, 12-15 домов 5 или 7 этажных. Да. И вот на этих условиях уже сразу будет предлагаться инвестор. И инвестор сразу уже будет знать, сколько, какой площади он сможет построить на данном месте домов. И сразу же определит, рентабельно этот проект для него или нерентабельно. Только после этого будет подписываться контракт, да. Ну и естественно, что когда будут определены все вот эти требования, обязательно это будет осуществляться с общественностью. И кроме того, сейчас вот обязательное требование – это 100% согласие жителей для участия в данной программе. Вот такие новшества будут введены, и после этого программа вновь будет реализована. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз? Здравствуйте. Меня зовут Муканова Лаура. Я житель микрорайона Куптем-1, дом-1. Я являюсь многодетной матерью, которая, к сожалению, не может записать своих детей на кружки, так как они все платные. Есть ли в нашем районе бесплатные кружки? Ну, да, это спасибо. Очень хороший вопрос, конечно. Я хочу сказать, что вот в нашем районе расположено 34 государственных общеобразовательных школы. Практически в каждой школе у нас есть бесплатные кружки. Кроме того, в прошлом году вы знаете, что на территории Атакента у нас был открыт так называемый дом Домбре, где дети могут тоже на бесплатной основе, значит, обучиться навыкам игры на народном инструменте. Кроме того, с текущего года в нашем районе реализуется такой проект, как «Шенгау-Урлева». Там тоже действуют всевозможные кружки. Поэтому я предлагаю телезрителю обратиться к нам в Акимат, и мы поможем обязательно с решением этого вопроса. Жақсы. Алтайыр Ғазылы, мына Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың шетсіз қала тұжырымдамасына сәйкес аудандарыңызда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осыған тоқталайықшы. Осы мәселені біз білеміз. В нашем районе также существуют присоединенные территории и с Алматинской области. И в этой связи, значит, вот уже что сделано? Ну, в первую очередь, в этих районах, конечно, существует проблема с водоснабжением и водоотведением. Для решения этой проблемы уже разработано управлением энергоэффективности, разработана проектно-сметная документация на строительство водоподготовительных сооружений в микрорайоне Нурлытау производительностью 9000 кубов в сутки. И параллельно сейчас уже начато проектирование, значит, сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Нурлытау протяженностью порядка 40 километров. Почему мы начали с этого? Потому что самое главное в системе водоснабжения – это, естественно, водозабор. Вот в первую очередь мы строим водозабор. Сейчас после выхода этого проекта с экспертизы мы начнем строительство этого водозабора и параллельно будем разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство сетей.
после чего уже будет осуществляться строительство самих сетей. А в микрорайонах, вот отдаленных наших микрорайонах, это такие микрорайоны, как Алмарасан и Кокшока, уже в настоящее время построены сети водоснабжения и водоотведения. Кроме того, я хочу сказать, что по поручению акима города Бакыджан Абдировича Сагинтаева в этом году поставлена задача, значит, осветить все неосвещенные улицы. Угу. У нас это 155 улиц протяженностью свыше 73 километров, которые не освещены. Все они будут освещены в текущем году, и большинство из них как раз находится на присоединенных территориях. Сейчас мы рассматриваем, а уже будет в этом году открыт амбулатория. Это в Ремизовке построен новый жилой комплекс «Сакура». Там, значит, будет открыта амбулатория, чтобы жителям с шаговой доступности они могли получить медицинские услуги. Вы сказали две. Две семейно-врачебные амбулатории. Да, две семейно-врачебные амбулатории, но одна из них это будет в жилом комплексе «Атамикен» по улице Розы Бакиева, а вторая вот как раз на присоединенной территории. Я сейчас говорю про присоединенные территории. Алтай Эргазинович, вынужден прервать вас. К нам дозвонился очередной телезритель. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Спасибо. Меня зовут Мухан Смоголов, Бостон. Сегодня на инстаграм-странице Акимата увидела запуски акции «Комкор» называется. И хотел вот узнать, то есть если мы подойдем в эти указанные в списке объекты с паспортом вакцинации, можем получить скидку? И не могли бы об этом чуть поподробнее рассказать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Это очень интересный проект. Вы знаете, что сейчас проводится массовая вакцинация населения. И в нашем районе организованы 43 прививочных пункта. На сегодняшний день у нас уже получили первую дозу вакцины 53 тысячи человек. Это составляет 28% от общего количества, которое должно быть вакцинировано. Но вы знаете, вот сегодня и наш уважаемый министр здравоохранения господин Цой сказал, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, а по подсчетам ученых, медиков, эта цифра составляет 70% от общего количества населения, результатов положительных у нас не будет. Естественно, нам предстоит еще большая работа. И вот в этой связи к нам обратились предприниматели. Они понимают, что если люди будут болеть, то их объекты не будут работать. И к нам обратились ряд предпринимателей. На сегодняшний день я могу сказать, что у нас уже 30 таких объектов есть, которые предоставляют скидку для людей, прошедших вакцинацию. Причем там не надо приносить никакие документы. После получения второй дозы вакцины человек получает паспорт вакцинации. Вот при предъявлении данного документа человеку предоставляется скидка. Причем хочу сказать, что вот в таких объектах, как кинопарк, который вот у нас в Атакен-Молле, развлекательный центр метро, скидка составляет 20%. Ну, я думаю, это существенно. В целом скидки у нас составляют от 5 до 20%. И поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших предпринимателей за данную инициативу, за то, что они вот проявили такую инициативу и готовы предоставлять скидки для того, чтобы люди быстрее вакцинировались. Ну а самих жителей нашего района и в целом города Алматы я призываю активнее участвовать в вакцинации, потому что, как я уже сказал, если мы не достигнем коллективного иммунитета, то также вот будем продолжать болеть. Жақсы. Алтай Ерғазылы, біздің WhatsApp нөмірімізге де көрермендеріміз сауалдарын жолдап жатыр екен. Біреуін оқиын, орыс тілінде жолдаған екен. Добрый день. Добрый вечер. Обращение к Акиму району. Уважаемый Алтай Ергазиевич, мы, жители домов по улице Тлендиева 256А, 256Б, 258, 258А, 258Б, просим детскую площадку. Несколько лет обращений не дали результатов, а тем временем дети растут и играют на небезопасной площадке депта. Устрака, жауап берик. Ну, в целом у нас на территории района находится 655
дворовых площадок. Свыше 300 уже было благоустроено в предыдущие годы. В текущем году мы благоустроим 100 дворовых площадок. И все адреса этих площадок мы специально разместили на нашем сайте. Любой человек может посмотреть, входит ли его двор в ремонт в текущем году. Помимо этого, в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт 70 дворовых площадок. Эти работы будут произведены в следующем, 2022 году. Что касается конкретного адреса, если мне не изменяет память, то в текущем году там будет осуществлен ремонт. Замечательно. К нам дозвонился еще один телезритель. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Уважаемый Аким, я являюсь жительницей микрорайона Кокшахэ. Очень обеспокоена отсутствием освещения в нашем микрорайоне. Мы находимся на отшибе и хотела бы узнать, когда появится уличное освещение в микрорайоне Кокшахэ. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Рахмет. Спасибо за вопрос. Ну вот, микрорайон Кокшахэ, как я сказал, уже водопровод, канализация это проведены. А что касается освещения, то вот как раз сами жители по проекту бюджета участия подали заявку на проведение работ по освещению уличного пространства данного микрорайона. И этот проект прошел голосование. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Я думаю, в июне месяце мы уже приступим к выполнению этих работ. Вот как раз один из примеров. Алтай Эргазинович, вот в связи с этим вопрос, да, в дополнение, да, об освещении мы поговорили. А вот как обстоят дела со строительством и ремонтом дорог? Вот на скольких улицах в этом году появится новый асфальт? Ну, в нашем районе вообще расположено, имеется 375 улиц протяженностью 346 километров. Вы знаете, в этом году в зимний период, весенний период были неблагоприятные погодные условия, и, конечно, наши дороги после зимнего периода выглядели не лучшим образом. В этой связи сейчас мы заканчиваем работу по производству ямочного ремонта, так называемого текущего ремонта, причем совместно с управлением городской мобильности. Причем каждый житель может нам обратиться на сайт Акимата или через другие средства связи, и подсказать нам, где еще имеются проблемы. Мы обязательно это примем в работу и устраним данные условия. Кроме того, в текущем году у нас будет проведен средний ремонт на 16 улицах. Там, значит, будут проведены работы по укладке асфальту, ремонту арычной сети, тротуаров, то есть будет осуществлен комплексный подход. Это будет у нас произведено на 16 улицах протяженностью 28 километров. Жақсы. Тағы бір қоңырау қабылдайық. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сәлеметсіз бе? Эфирдесіз. Сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз. Сұрағыңызды қойыңыз. Зовут меня Избасар Жанат, житель Восконского района, проживаю в микрорайоне Нұрлытау. Хотел спросить у господина Акима, когда будут построены централизованные сети водопровода и канализации на присоединенных территориях, в частности, в данном микрорайоне Нұрлытау? Я уже частично ответил на этот вопрос, да, но этот вопрос животрепещущий для присоединенных территорий нашего района. Поэтому я еще раз скажу, вот сейчас нами уже разработана проектно-сметная документация на строительно-водоподготовительных сооружений производительности 9 тысяч кубов в сутки. Сейчас этот проект находится на экспертизе. После его выхода, значит, будет осуществлено строительство. Параллельно сейчас вот как раз то, что касается микрорайона Нұрлытау, ведется проектирование сетей водоснабжения и водоотведения. То есть это комплексно будет осуществляться строительство и водоснабжение, и канализация. Вот, и параллельно, значит, как мы начнем строительство водоподготовительных сооружений, мы планируем
и осуществить строительство распределительных сетей как раз для того, чтобы подвести к каждому дому воду и канализацию. И поэтапно, там у нас расположены несколько микрорайонов, значит, поэтапно затем будем разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство сетей водоподготовки, и водоснабжения и водоотведения. И поэтапно будем строить эти сети. Лесопредельных микрорайонов. Да. Жақсы. Алтай Ерғазылы, жаңа ғана көрерменіміз, мына жарыққа қатысты сауал жолдады ғой. Осы ретте жалпы енді биыл қанша жалпы көшеге жарық беріледі? Жарықтандыру мәселесін. Это тоже один из основных вопросов, как я уже сказал, по поручению Бахриджана Абдировича Сагентаева. Он поставил задачу полностью осветить улицы, которые у нас не освещены. Большинство этих улиц, вот у нас в районе находится 155 неосвещенных улиц протяженностью свыше 73 километров, большинство из которых расположены на присоединенных территориях. Сейчас эти работы совместно с Калажарык компанией уже ведутся, и до октября месяца мы полностью завершим все освещение района. Бил жылы? Да, бил. Жақсы? Ну, кроме того, у нас еще есть неосвещенные дворы где-то есть. Вот то, что я сказал по программе реконструкции дворовых пространств, значит, также при проведении ремонтных работ обязательно там устанавливается освещение. Если даже какое-то существует, то уже устанавливается новое освещение, устанавливаются светодиодные, более экономичные лампы. И эти работы в этом году также будут осуществлены. Жақсы. Хорошо. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойыңыз, тыңдап тұрыңыз. Добрый вечер, уважаемый аким. Я житель улицы Таужиега, расположенный в микрорайоне Ерменсай. Хотелось бы узнать, когда сделают нашу улицу? Вся дорога разбита в ямах, провалах, просадках. Прошу решить нашу проблему. Что скажете по этому микрорайону? Ну, я вот сейчас посмотрел список, как я уже сказал. На 16 улицах у нас будет проведен средний ремонт. И вот как раз та улица, о которой говорит наш телезритель, она входит в этот список. И по графику у нас уже в июне месяце там начнутся работы. Буквально вот в ближайшее время там уже начнутся работы по среднему ремонту данной улицы. Жақсы. Алтай Ерғазылы, біздің WhatsApp номерімізге тағы бір сұрақ келген екен. Оқиын. Уважаемый аким, у нас в доме улица Брусиловского 281А бежит вода в подвале. КСК и аварийная служба не предпринимают меры к устранению аварии. Страшно, что дом обвалится. Спасибо заранее, депутат. Ну, естественно, да, это непорядок, когда инженерные сети в многоквартирном жилом доме находятся в таком состоянии. Я у вас сейчас попрошу после окончания этой программы адрес. И завтра мы обязательно выйдем на это место и совместно с КСК и аварийной службой, я думаю, решим эту проблему. Жақсы, рахмет. Алтай Ергазинович, вот район густонаселенный, да, по численности населения он сопоставим с рядом областных центров нашей страны. Вот в связи с этим возникает вопрос обеспеченности ученическими местами. В районе 55 школ, да, если я не ошибаюсь, 34 из них государственные. Вот этого количества на сегодня достаточно, и не возникает ли такого серьезного дефицита? Ну, здесь я хочу ответить конкретными цифрами. На сегодняшний день дефицит ученических мест у нас по району составляет порядка 5375 ученических мест. Если говорить, каким образом мы собираемся это решить, то вот в настоящее время, в текущем году, у нас будут завершены пристройки, это к четырем школам. Это вот у нас школа номер 38, которая расположена по улице Розыбакиева, школа номер 60, которая у нас расположена в микрорайоне Орбита, 199-я школа, которая расположена по
по улице Кикельбаева. И школа номер 191, которая у нас расположена по улице Аскарова. Но полностью дефицит ученических мест эти пристройки не перекроют, конечно, но в то же время, вот вы знаете, что сейчас вот задавали вопрос, у нас вот есть районы, где происходит строительство. Это вот у нас, допустим, район мегацентра. Угу. Есть другие районы, где проходит в настоящее время строительство. Поэтому сейчас мы совместно с управлением архитектуры смотрим, значит, где мы можем разместить как раз вот эти вот школьные учреждения и каким способом, значит, будут осуществляться строительство данных учебных учреждений. Жақсы. Алтай Ерғазылы, енді осыған дейін мына өзіңіз халыққа есеп беру кездесуінде тұрғындардың басым бөлігі осы спорт алаңдарының тапшылығы мәселесін көтерген еді. Жалпы осы түйткіл аудандарыңызда қалай шешіліп жатыр? Ну, если говорить про спортивные объекты, вы знаете, что на территории нашего района располагается ряд городских, скажем так, спортивных объектов. Это такие объекты, как спорткомплекс Балуан-Шулака, это центральный стадион, это лыжный комплекс Сункар, Достык и ряд других объектов. Но это то, что касается такого массового спорта. Но мы сейчас вот стараемся, чтобы в шаговой доступности для детей у нас была возможность заниматься спортом, не отходя от дома, так сказать. Поэтому, значит, вы знаете, что вот при строительстве, при реконструкции, как я уже упомянул, тех же дворов, если у нас есть возможность, мы обязательно ставим спортивную площадку, стараемся футбольное, баскетбольное поле организовать, если позволяет территория. Также есть у нас вот неблагоустроенные места, как я уже сказал, вот там жители предлагают организовать всевозможные спортивные площадки. В этом году, как я уже отметил, мы построим скейт-дром со спортивной площадкой в микрорайоне Алмагуль. Всего мы провели инвентаризацию, у нас по району свыше 100 вот таких вот мини-спортивных площадок. И сейчас вот у нас есть также замечательная программа, это молодежная практика, которая позволяет принимать на работу студентов, которые в течение 3 лет окончили высшее учебное заведение. Вот как раз мы сейчас и стараемся привлечь молодых специалистов, которые имеют высшее спортивное образование, для того, чтобы они проводили тренировки как раз вот непосредственной близости. Прекрасно. Алтай Сергеевич, до конца эфира нашей программы осталось совсем немного времени, но позвольте принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Очень приятно. Алтай Ергалинович, добрый день. У меня такой вопрос. Мало времени до конца эфира. Мы живем по улице Габдулина, 55. Рядом школа 10. Вот. У нас двор сам благоустроен. А вот с другой стороны тротуарная, тротуар весь в выбоинах, невозможно. Мы уже 3 года бьемся, и с нашим КСК Темиржалши тоже не можем никак добиться, чтобы нам вот сделали тротуар нормальный, заасфальтировали. И теперь, когда прокладывали Габдулина, тротуарные вот эти плитки укладывали, да, у нас тут проемчик есть небольшой, где все сваливали, вот самосвалы, вот отсев, вот это, там тоже непогодные условия, снег пошел, и они вот это место не асфальтировали, и у нас все так и осталось, хотя рабочие нам сказали, что это все это восстановят, там тротуар. Вот такие проблемы у нас. У нас 4-подъездный, 4-этажный дом. Вот. Ну, у нас нет тротуара, потому что у нас много пенсионеров, дети. А потом дети падают, и дорога, вот школьники, и еще дорога идет прямо к зданию ООН. Уважаемый учитель, спасибо за ваш вопрос. Благодарим вас. Я записал ваш адрес, Габдулина 55. Буквально завтра мы выйдем на место, посмотрим, какая там ситуация с тротуаром, и постараемся решить ваш вопрос в ближайшее время. Замечательно. Алтай Ерғазылы, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне де жетті.
Студиямызға келіп, хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге мың да бір алғыс білдіреміз. Қаншама көрермендермен хабарласып жатыр, өздерінің көкейінде жүрген мәселелерін айтып жатыр. Енді бәрі тиісінше толыққанды жауап алады деп сенеміз. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Бостандық ауданының әкімі Рахымбетов Алтай Ерғазыұлы болатын. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік. Всего доброго, до встречи.